Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music. Сегодня мы с вами послушаем трючок Ушира «Ты умерла». Ушира влетает в 24-й год с треком, который имеет очень интересное название. Вероятнее всего, это опять лирика, и ничего нового нам давать не собираются, но если это что-то новое, то пожалуйста. Так, я так понял, что текст не дописан. Это очень ужасно. Ну ладно, мы послушаем и так. Трек выходил вчера. Ну, точнее, для вас уже позавчера, но для меня это 19 февраля вчера. И поэтому в голосовалке он никакие не попал. Но он попал в сегодняшнюю голосовалку, которая была для треков, которые были без процентов. Было таких целых 5, и там уже занял второе место, набрав 23%. Давайте посмотрим, что нам предлагает Ушира в 24 году. Так, и что за аннотации? Первоначальная дата выпуска назначалась 14 число. О! То есть это был трек на 14 февраля. Прикольно, бля. Реально, нужно было Шире дропать на 14 февраля, потому что это было бы очень символично. Он один из сильнейших, по сути, лириков, как бы, в России, да. И было бы реально прикольно, если бы он это сделал. Далее последовало 16. После же трек не одобрили к выпуску из-за его названия, но было изменено на более лояльное. Также было убрано несколько строк. На уведомление прислали музыкальные площадки, не пропуская трек из его названия. Сменил название на более лояльное, убрал несколько строчек, отправил в редакцию, сообщу, выйдет ли этот трек вообще. Буду сообщать тут. И завершение окончательно дату садит это число. То есть... Не воспринимайте это как обычный трек. Сниппет был еще выложен в 20-м году. Что, 20-й год? Пфф, ебать. Это жестко. Не воспринимайте это как обычный трек. Грустный. Воспринимайте как трагедию. Пиздец. Но там не 4 года, там в декабре было. То есть, по сути, 21-й. То есть, по сути, 3. 3 года, по факту. Ладно, это минус ожидания, но допустим. Хорошо, давайте вникнем, послушаем. Короче, если вы хотите видеть чаще Уширу, то заходите в ТГ, там будут голосовалочки Steam. И на Западе это норма. Ну, на Западе это понятно, да. Тут у нас российская индустрия работает по-другому. Всем же понятно, я думаю. Ну и на Twitch тоже сабайтесь, чтобы не пробовать стримы. Ребята тут общаются и видят реакции раньше, чем это делаете вы. Let's go. Что могу сказать? Слушаем. Скажешь мне то, что я спятил, но мне просто наплевать. Я умираю, как цветок, но ты как огромный сад. Хочется себя взять и разукрасить этот мир. Это нелепый мир, я такой дурак просто. Чем мне тебе помочь, ты можешь все мне рассказать. Плакала по ночам, а я так скучал. Я тебя любил больше, чем планету Земля. Это было неплохо. Но ты умерла. Ну, бля, видос какой-то. Но ты умерла. Бро, скажи, как я должен воспринимать это как трагедию, когда у самого артиста такое минимальное погружение в трек? Во-первых, вот эти
стоит. Во-первых, почему такие кринжовые нарезания? Раз. Во-вторых, какая нахуй принцесса Софа? Почему вот она... Где трек этот? Подожди, чего? Не понял. Софа принцесс удалили трек? Да ну нахуй, он же охуенный был. Вы чё, блядь? Вот, пожалуйста, не понял прикола. А, он на другом этом. Ну фух, слава богу. Это охуенный трек. Я думал, его удалили. Видимо, он ничего не видоизменял с 2020 года. Есть такое. Ну, это хуйня. Типа, с 2020 года ничего не меняло. Это, опять же, неплохо, но... Мы знаем, в какой уровень погружения может у Шира. И, ну, типа, это вообще мимо. Это не то. Ну, то есть, у Шира гораздо сильнее может. Гораздо, в раз 20, наверное, он может сильнее, чем это. Ну, дело даже не в этом. Какие-то кринжовые нарезания. Какие-то, блядь, не... В общем, хуйня какая-то. Погружение минимальное у Ширы. И это очень хуёво. Потому что, ну, обычно... Prod Baby Boss Soulja, блядь, пиздец. Не бит. Ладно. В общем, да, с 20 года ничего не менялось. Я надеюсь, что это был какой-то жирный рофл от у Ширы. И в следующий раз он дропнет что-то сильное. Потому что это невозможно терпеть. Да, как-то так вот такая хуйня вышла. Сори, я не знаю. Это типа вообще пиздец. Будем ждать хороших треков от Уширы, потому что он их умеет делать. Это... Да. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афанов, были на канале Афанов Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.